Бали – удивительное место, и мы вас приглашаем. Я бы хотела рассказать вам, прежде чем вы сюда приедете, если вы никогда не были на Бали, что это, что вас ожидает. Во-первых, это, конечно, остров с какой-то фантастической силой своей, со своей удивительной культурой древнейшей. Индуизм, 1000 храмов, на каждой улице по 2-3 храма, и это не может не впечатлить, и это не может не воздействовать на общую энергетику острова. Это удивительная сила и скорость всего, что здесь происходит. Если у вас есть какой-то, например, запрос или что-то нерешенное, с чем вы никак не можете справиться, вы всегда можете приехать на Бали, здесь точно это решится. Вы примете решение, вы поймете себя, услышите себя значительно лучше. Бали – это, конечно, 1000 запахов, благовония, церемонии, очень красивые. Это запах смешивается с океаном, это ветер, это растения, цветы. Ну и, конечно, немножко pollution на дороге, но без этого сейчас никак. Бали – это удивительно живой остров, который зовет. Для того, чтобы понять, зовет ли вас Бали, если вы не понимаете еще пока, вы можете прикрыть глаза, положить руку на сердце и сказать про себя слово Бали и послушать внимательно, что происходит в сердце. И, возможно, будет очень тепло или какое-то трепетное движение, тогда вам точно нужно ехать. Это значит, Бали для вас приготовило какое-то сокровище. Что это? Это может быть все, что угодно. Иногда бывает сложно. Иногда Бали запускает какие-то процессы, которые, возможно, вы будете ощущать не самым мягким образом. И внутренний конфликт может как-то спровоцировать странные ощущения внутри себя. Но опять-таки это только все во благо, все для того, чтобы набраться, наверное, храбрости и рассмотреть то, с чем вам необходимо иметь дело. И тогда сквозь эти сложности можно пройти, и вам откроются 1000 каких-то прекрасных дорог. Бали – мой любимый остров, и это, я думаю, уже заметно. Мы вас приглашаем на ретрит, и если чувствуете отклик внутри, отзыв на работу с самим собой, на сознание своей жизни сейчас, в этот момент, мне кажется, нужно ехать. Спасибо.